Здравствуйте! Вы смотрите программу «Я и мой характер». В предыдущих программах мы классифицировали обиды по степени их тяжести. Сегодня мы поговорим о наиболее распространенных видах обид. И я с удовольствием представляю нашего гостя Виталия Архипова, автор книг и публикаций по психологии. Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте. Итак, какие наиболее частые виды обид, какие наиболее распространенные виды обид существуют? Ну, прежде всего, начнем с того, что обида на других людей. То есть это самое частое такое. И самое, наверное, знакомое нам. Да, и когда мы рождаемся, в принципе, мы не думаем обижаться там, на кого-то, на себя или обижаться на жизнь. Мы прежде всего обижаемся на какого-то человека, который не исполнил наше желание. Допустим, на своих родителей, когда ребенок уже с детства хочет, чтобы сделали так, родители поступают по-другому, и естественно, что... Несоответственно его ожиданиям. Да, несоответственно его ожиданиям, и ребенок обижается. Обида на других людей. И, конечно же, мы говорили в предыдущих программах о том, что обида — это когда другие люди поступают, по нашему мнению, несправедливо по отношению к нам. И поэтому любой поступок человека, который не соответствует нашему пониманию, он будет восприниматься нами как обида. То есть, особенно если человек не способен понять, что любой другой человек — это абсолютно другая система ценностей, это другие взгляды, это другие приоритеты, это совершенно он по-другому... Другое воспитание. Да, другое воспитание, другое образование. Если человек не хочет воспринимать все эти факторы, то, естественно, что он оказывается таким безоружным перед обидами, потому что ему кажется, что все должны его понимать, или все должны поступать именно так, как он поступает. И все должны обязательно думать так, как он думает. А мы знаем, что каждый человек — это своя личность, каждый человек — это своя инстанция со своими... Набор своих правил, набор своих каких-то... принципов и ценностей и всего остального. И получается, что мы не можем другим людям предъявлять тех требований, которые мы предъявляем даже сами себе. Потому что, ну, хорошо, если, допустим, человек самокритичный, да, и он к себе относится строго, он работает над собой, и он, допустим, других требует того же самого. Но многие люди и не задумываются о том, чтобы где-то, может быть, себя изменять свой характер. Хотя бы соответствовать на долю. Да, но, как правило, к другим людям мы все предъявляем такие серьезные требования. Хотя и в одном случае, и в другом это ошибочный такой способ поведения, потому что если мы предъявляем другим людям завышенные требования, мы обязательно столкнемся с обидами, мы обязательно разочаруемся как следствие. Потому что если я к вам, Александр, буду относиться с какими-то завышенными требованиями, то вы просто не сможете соответствовать этому. И через какое-то время у меня возникнет обида. А если эти обиды будут наслаиваться друг на друга, то со временем я просто разочаруюсь в вас. И это все без моего участия. И вы вообще ни при чем. Это процессы, которые происходят внутри меня. Я себе придумал определенные формулы, подставил вас под эти формулы, вы не соответствовали, я сержусь, я злюсь, я негодую, я, может быть, что-то уже думаю плохое о вас. Допустим, тратится куча времени на эти воспоминания и анализ всей этой ситуации. Да, я могу всю жизнь вообще тратить на то, чтобы обижаться на кого-то. И другой человек может абсолютно быть непричастен к этому. То есть это зависит только от самого себя. И это ужасно, по-моему. И поэтому вот мы и говорим на тему обиды,
потому что можно отравить всю свою жизнь. И, конечно, можно обижаться на любого человека. И тем более с такими... То есть как ребенок в детстве обижается на родителей, так и родители могут обидеться на ребенка. Ну, как обычно получается, что сначала в детстве ребенок обижается на своих родителей, что они что-то не позволяют ему. И ему кажется, что это несправедливо. Ребенок пытается спичками научиться пользоваться, зажигает все вокруг. Да, его лишают этой возможности. Его лишают этой возможности, и он считает, что это несправедливо. У него возникает обида. Точно так же и, допустим, когда этот ребенок уже становится взрослым человеком, у него своя жизнь, своя семья, и он, может быть, не может уделять много внимания своим родителям. Но он старается, может быть, со своей стороны. Но родители, если они не здравомыслящие люди, то они будут предъявлять требования... Которые не понимают, что уходя, взрослее, он выходит в другую семью, да, у него другая ответственность. Он отлепился. Другая роль уже у него. Он не просто сын уже, а он уже роль, он муж чьей-то, чьей-то дочери. Да, у него своя семья. И, допустим, если мать не понимает этого, что у него своя семья, у него свои дела, у него работа, у него какие-то дома бытовые трудности возникают. И если, но если мать хочет, чтобы каждый день он был рядом с ней, естественно, у нее будет обида. То есть, видите, получается, что обида может быть на любого человека. И на любом этапе жизни. На любом этапе жизни. Можно обижаться на своего начальника, можно обижаться на своего подчиненного. Да, лишь бы человек найдется, на которого можно обидеться. Ну, на кого чаще всего мы обижаемся? Чаще всего, естественно, мы обижаемся на тех, кто рядом с нами. То есть это близкие люди попадают вот в круг нашей обиды прежде всего. То есть это почему дети, именно близкие? Это дети, это наши братья, сестры, это наши родители, это может быть бабушка с дедушкой, это те люди, наши друзья. А почему именно они? Потому что именно к ним мы предъявляем самые серьезные требования. Потому что все остальные, как мы говорили уже, просто даже зная об этих требованиях, даже не приближаются к ним. Ну и мы, в принципе, ну я думаю, что здравомыслящему человеку хватает понимания, что предъявлять требования какому-то постороннему человеку завышенные, ну, это уж совсем странно. Но по отношению к своим близким, конечно, мы можем что-то требовать. И мы считаем, что это абсолютно нормально. Мы вправе, да? Да, мы вправе это делать. Мы можем предъявлять претензии своей жене, мы можем предъявлять претензии мужу, своим детям, что должно быть так или иначе. Вот получается, что как раз-таки от таких наших требований и страдают больше всего те люди, которые находятся рядом с нами. Ну, я уже сказал, что, в принципе, найти человека, на которого можно обидеться, не так уж и сложно, было бы желание. То есть просто можно, я, судя из вашего рассказа, я сделаю что, вывод, что можно обидеться буквально на любого человека, который попадает в ваше поле зрения. То есть предъявить ему мнимые требования, о которых он даже не знает, выставить к нему требования, например, посмотреть на какого-то человека и сказать, да, вот он лишен волос, он не может иметь такую прическу, он не соответствует моим каким-то критериям, значит, он не подходит. Я на него обижаюсь. Почему он такой? Да причем можно обидеться даже не имея никаких оснований на это. Был бы человек и было бы желание. А придумать что-то, какую-то претензию по отношению к этому человеку можно всегда. Ну поэтому мы проводим нашу программу. Мы надеемся, что нашим телезрителям поможет именно эти программы для того, чтобы избежать таких ситуаций в вашей жизни. И вы сможете быть свободным от обид и избегать таких глупых и нелепых ситуаций, когда вы обижаетесь. Мы говорили о том, что мы обижаемся зачастую на самых близких нам людей. Это родственники, близкие, друзья. Но что говорить что мы можем сказать о том человеке, который наиболее близок к нам? Это мы сами. Ну, некоторые выбирают для себя такой самый оптимальный вариант – обижаться на самого себя. То есть некоторым людям удобнее даже обижаться не на других людей. То есть предмет обиды всегда с собой, всегда рядом. Да, всегда можно обидеться на себя. То есть это определенный такой выход, который человек для себя находит. Допустим, что-то не сложилось в жизни человека, что-то неправильно он делал. И вместо того, чтобы изменяться, человек просто обижается на себя. И он начинает говорить такие фразы, типа «я всегда вот такой плохой».
Ну, а что сделаешь, если я вот такой вот... Вот у меня всегда по жизни все валится из рук. Я вот такой, принимайте меня таким, какой я есть. То есть это информация для посторонних, но и для себя он говорит, что ну, вот я такой. То есть таким образом человек оправдывает самого себя, и он не хочет ничего делать. То есть это такая выгодная позиция для человека, который не хочет изменяться. Ну, из-за чего происходит такая обида на самого себя? Может ли это быть связано с тем, например, человек сделал в молодом возрасте, еще незрелом возрасте, выбор, куда он пошел учиться, но потом, повзрослев, он понял, что, например, выбрал неправильное направление в учебе, хотел стать, например, одну специальность приобрести, а получил другую? Ну, конечно, это... возникает тогда, когда какой-то был такой неправильный выбор, да? Но, в принципе, наша жизнь состоит из проб, ошибок, и это и называется жизненный опыт. Когда мы что-то делаем правильно, что-то делаем неправильно, из этого и складывается наша опытность. Но наша опытность так зависит от того, что если мы поступаем неправильно, мы делаем из этого правильные выводы. Да, то есть когда ты ошибаешься, делать выводы и не повторять своих ошибок. Но человек, который... не хочет изменяться, не хочет делать выводы, не хочет прилагать усилия, ему намного проще просто обидеться на себя. Таким образом, он как бы оправдывает свое бездействие. Что я такой, вот я таким останусь, и ну что сделаешь, плохой я вот человек. Принимайте меня таким, какой я есть. Получается, что это даже как предмет такой манипуляции, когда человеку выгодно себя подавать так, что я плохой. То есть вот сделайте мне скидку, потому что я вот такой плохой, и у меня не получилось в жизни, неудачи случились. В принципе, достаточно часто люди пользуются вот этим видом манипуляции и всю жизнь живут так, и все близкие пытаются их постоянно убедить, поднять их самооценку, сказать, нет, ты хороший, нет, ты нормальный. И у тебя все получится, даже подбадривает его зачастую. Иногда даже в церквях такие люди появляются, которые они ведут себя так, постоянно как говорят о себе плохо. И естественно, что рядом находятся люди, которые говорят, нет, не думай о себе так, ты другой, все нормально, в твоей жизни все изменится. И их как-то постоянно оправдывают, говорят какие-то вещи, а они вот противятся, не хотят этого принимать. Естественно, что проходит какое-то время, и вот те люди, которые старались поддерживать... У них тоже опускаются руки, они тоже видят то, что они не в силах помочь ему, они просто опускают руки. То есть таким образом для человека эта позиция нормальная. То есть, конечно, есть ситуации, когда человек обижается на себя, потому что он, допустим, девушка в раннем возрасте родила внебрачного ребенка. Да, проходит какое-то время, она сталкивается с последствиями этого неправильного поступка, с последствиями греха. Она испытывает финансовые трудности, трудности с жильем. Отсутствие мужа, отсутствие отца у ребенка. Да, то есть все эти вещи, как последствия греха, они приходят в ее жизнь. И никуда не деться. Когда ты покаялся даже в этом, тебе приходится платить за старые вот эти неправильные поступки, за свои ошибки. Но человек иногда имеет такую иллюзию, что если я покаюсь, то все станет легко. Нет, ты уже совершил что-то, есть какие-то жизненные моменты, когда ты не можешь просто сказать, махнуть волшебной палочкой, чтобы все изменилось. Иногда даже люди такие, которые обижаются на самих себя, они мотивируют это тем, что вот придумывают себе такую иллюзию, что существуют на свете люди, у которых не бывает жизни ошибок, у которых все гладко, вся жизнь от самого рождения до самого настоящего момента складывалась без единой ошибки. А вот я такой несчастный, я такой неправильный, я вот все время допускаю ошибки, и у меня ребенок внебрачный, и тут с работы не сложилось, и образование я не получил. Да, то есть человек погружается в обиду, как правило, тогда, когда он имеет вот такого рода иллюзии. Если мы вначале говорили о том, что обиды на других людей, да, первый вид обид, то есть получается, что человек имеет какую-то иллюзию, что все люди должны быть такими, как я, или все люди должны быть хорошими.
Мы знаем, что солнце всходит и над праведными, и над неправедными. И есть злые люди, добрыми и злыми, и есть добрые люди. То есть на земле разные люди. Есть святые. И они есть. Да, и они есть, и ты никуда всегда не денешься. И если ты пытаешься построить философию своей жизни на том, что все вокруг тебя будут только хорошие, и все будут только поднимать твою самооценку, ты, естественно, столкнешься с глубоким разочарованием. Будет заведомо уже тупик. Будет полно в твоей жизни людей, которые захотят разрушить, может быть, тебя, которые захотят унизить тебя, которые скажут какое-то слово. И это, в принципе, начинается с детства. Где-то воспитательница не взлюбила ребенка в детском саду. Кто-то нашкодил, а этот подставил, сказал, это он, и все, и пойди докажи. Сделала какие-то едкие замечания, это запало в ребенка, и он уже начинает думать о себе как-то. В школе то же самое, какой-то учитель, ты не понравился ему, твой поступок как-то оттолкнул этого учителя от тебя, и он тоже может сформировать в тебе какое-то неправильное восприятие. То есть вопрос иллюзии, точно так же и относительно себя. Можно создать такую иллюзию, что я буду всегда прав. Я никогда не совершу ошибок. Я никогда не поступлю вот так Но и так. Но это невозможно. Это невозможно, и мы совершаем, все мы много согрешаем. Мы ошибаемся, мы поступаем где-то неправильно. И Господь прощает нас, когда мы приходим к Нему, Он прощает нас. Несмотря на то, что мы постоянно совершаем ошибки и живем такой жизнью, как написано, нет праведного ни одного, то все равно, несмотря на это, Господь нас прощает, и зная, что мы постоянно ошибаемся, даже уже придя к Нему и живя христианской жизнью. Вот даже сегодня мы произносим молитву покаяния, мы что-то сделали неправильно, и Господь знает, что завтра мы, может быть, борясь со своим характером, снова повторим это. Но Он сегодня освобождает нас от груза вот этой ответственности за свое неправильное поведение, потому что Он пролил свою кровь на кресте, чтобы мы сегодня были свободны от этого. А человек, который находится в иллюзиях, он как бы не соглашается с этой истиной. Он говорит, нет, я попытаюсь быть хорошим. Нет, вот мне не надо ничего, Бог, мне твоя помощь не нужна. Я буду жить без ошибок. Да, я вот поправлюсь. И таким образом человек не верит в безусловную любовь, не верит в безусловное принятие Бога. То есть он не принимает себя, а Бог его принимает. То есть интересно получается, что Богу ты нравишься, Бог тебя принимает. А кто человек... ты таков, да, что ты, Божье прощение существует для тебя, а своего собственного ты не можешь добиться? А человек считает, что я заработаю. В принципе, в Ветхом Завете люди пытались вот заработать какую-то позицию перед Богом, быть хорошими. И Христос пришел для того, чтобы показать, что в принципе наших сил недостаточно для того, чтобы быть праведными. Но только через Его праведность мы оправдываемся перед Господом. И получается, что если опять мы... Опять же, принимая это прощение. Да, и если мы избавляемся от иллюзии через учение, да, через то, что мы читаем, что Бог нас любит и принимает безусловно, если мы начинаем познавать эту истину, то истина освобождает нас от осуждения самих себя. В этой программе мы говорим о разных видах обид, которые бывают в жизни человека. И о двух из них мы уже сказали. Это обиды на других людей, а также обиды на самого себя. Какие еще другие виды обид бывают? Можно еще обидеться на Бога. И можно даже все обиды на себя, все обиды на других людей спроецировать на Бога. То есть суммировать это все? Да, все суммировать и в конце концов в результате обидеться на Бога. То есть тебя обижает человек, и ты обижаешься на этого человека, но плюс к этой обиде ты еще обижаешься на Бога. Говоришь, Бог, почему этот человек ко мне так относится? Ты что, не видишь? Ты что, не видишь, какой он жестокий? Ты что, не видишь, что я вот такой хороший? Или... Я не заслуживаю такого отношения к себе. Да, я не заслуживаю. И как ты можешь допустить, что меня обманывают? Ну, возможно, это даже какие-то группы людей. Как это все люди ко мне относятся вот таким вот образом? Я же не такой. А почему ты в это не вмешаешься? Да, то есть у каждого из нас, мы уже говорили, есть определенные ожидания о том, как будут относиться к нам люди или как будет складываться наша жизнь. В том числе у нас есть и ожидания по отношению к Богу. Да? Когда мы приходим к Господу, у нас есть свое представление о том, как должна измениться наша жизнь. У нас есть свое представление, какой Бог. У нас есть представление, как теперь сложатся все обстоятельства. Какова Его справедливость, как Он должен поступать в
той или иной ситуации, которая складывается в нашей жизни. Да, и когда мы приходим к Господу, то мы все-таки должны начать изучать Писание, мы должны узнавать то, что Бог говорит о себе и говорит познавать о нас. Его и его характер. Да, то есть потому что если мы будем строить свои отношения с Ним и строить свои ожидания на основании вот своих старых представлений, то через призму своих умозаключений. Мы обязательно столкнемся с разочарованием, и мы обязательно обидимся на Господа, потому что наши представления могут быть иллюзорными, и они могут быть абсолютно неправильными. Допустим, иногда люди приглашают кого-то в церковь и говорят, что приди в церковь, и все твои проблемы решатся. Я не знаю, по крайней мере, я слышал такие, и меня так приглашали в церковь. И действительно, когда мы приходим к Господу, Он решает многие проблемы. Господь исцеляет, Господь восстанавливает разрушенные семьи, Господь помогает, может быть, с работой, финансовый какой-то прорыв происходит в жизни. Но также Господь не берет на себя всю ответственность за твою жизнь теперь и вместо тебя не принимает решения. То есть, если мы... Мы все так же остаемся на той же земле, на которой есть, как мы говорили, добрые и злые люди, праведные и неправедные, и солнце по-прежнему светит, все продолжается. Да. Но только мы уже изменили, у нас есть возможность изменить свое отношение к жизни, благодаря тому, что мы познаем Бога. А у нас может быть представление такое о жизни, что все должно теперь складываться только хорошо. В радужном свете. И никаких проблем не может быть в моей жизни. Мне же обещали, меня так приглашали в церковь, что ничего плохого не будет в моей жизни. Но, однако, жизнь есть жизнь, и сам Иисус говорит, что в мире будете иметь скорбь. И когда какая-то скорбь приходит в нашу жизнь, вот в тот момент... Первый вопрос, да. Да, первый вопрос. Бог, ты этого не видишь, что ли? Почему это произошло? Я этого не ожидал. Я не знаю, почему это происходит в моей жизни. И это происходит тогда, когда какая-то болезнь приходит. Может быть, какая-то трагедия случается. Когда, может быть, даже непонимание в церкви какие-то происходят. Когда кто-то, как твой наставник, говорит о том, что тебе нужно изменить характер. У тебя... Это воспринимается как нападение. Тебе кажется, что Господь, я к тебе пришел не для того, чтобы сейчас слышать от кого-то аннотации, что и человек все даже... Я пришел успокоиться, иметь мир. Да, и человек все свои даже претензии к людям может начать предъявлять самому Господу. И, допустим, может быть обида на каких-то служителей, да? Может быть обида на пастора, может быть обида на свою жену, обида на своих детей. Это происходит из-за того, что именно эти люди несут правильное познание Бога через свое слово, через свои проповеди, через свои консультирования, через просто общение. И мы, как бы слыша от них эти верные истины, мы часто разочаровываемся в чем-то, но начинаем винить их, потому что они ближе всего к нам. А мы понимаем, что, допустим, если пастор говорит какое-то слово из-за кафедры, и это слово где-то обличает нас и подсказывает нам о том, что мы должны измениться, мы понимаем, откуда дует ветер, что пастор не по своей воле говорит эти слова, а он говорит потому, что Бог вдохновил его сказать это. И, допустим, когда какой-то наставник говорит нам, делает какое-то замечание или обличает нас в чем-то, говорит, что нам нужно измениться, это не потому, что он так хочет, а потому, что Господь видит, что мы нуждаемся в этом. И естественно, что мы понимаем, откуда все идет. И мы начинаем обижаться на Бога, обижаться на источник. Конечно, мы не забываем обижаться и на человека. Не забываем. Но мы также обижаемся на Бога, что Бог, почему? Я не ожидал, что это так будет. То есть, опять-таки, иллюзии, что все будет так, как я запланировал. И, допустим, если вспомнить Иова, что в его жизни все было хорошо. Он не заслуживал того наказания и тех проблем, с которыми он столкнулся. Точно так же и мы в своей жизни. Мы, может быть, стараемся делать добро людям. Мы любим людей. Мы служим, молимся. Мы заботимся о ком-то. Без скромности, можно сказать, хорошие люди. Да? Но, однако, в нашу жизнь могут прийти какие-то проблемы. И если мы имеем иллюзии, что проблем не может быть в моей жизни, никаких скорбей не может быть в моей жизни, тогда, естественно, что у нас будут претензии к Богу. И тогда нам на сердце будет приходить такая мысль, что похули Бога и умри, как посоветовала жена Иова.
Ну а что можно сказать о неверующих людях? Как им относиться? Ведь они, некоторые из них вообще не признают существование Бога. Ну у них просто они обижаются на жизнь. Жизнь плохая, жизнь повернулась ко мне спиной. Всегда в жизни все для меня складывалось не лучшим образом. И все как-то плохо. То есть просто все вот эти претензии предъявляются судьбе, жизни и так далее. И независимо от того, что случается в нашей жизни, хорошее или плохое, мы должны научиться принимать это и избавляться от обиды. И нам нужно исправиться, и это станет началом новой прекрасной жизни, когда мы изменяем свое отношение к тому, что происходит вокруг нас. Это была программа «Я и мой характер». Я знаю, что с любой обидой можно справиться. Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Телепрограмма «Лицом к лицу».